24 июня 1920 года декретом в ЦИК и Совнаркома РСФСР была создана Чувашская автономная область. Первенец крупной промышленности Чувашии – Канашский вагоноремонтный завод. В 1935 году страна получила первую партию капитально отремонтированных вагонов. Наиболее важными стройками первой пятилетки были деревообрабатывающие комбинаты в Козловке и Шумерле, Вурнарский фосфоритный завод и гормонная фабрика в Алатыре.